Друзья, приветствую вас на моем канале. С вами также Михаил и космические инженеры в действии. В общем, я тут попытался совместную игру войти, но у меня не получилось. Раза 3-4 все выкидывает. Не знаю, из каких причин, но вот. Вот это мне нравится. Мы выбираем, видимо, типа карты что-то, где мы будем, да, работать. Есть планеты. Блин, я даже не знаю. Давайте на планете. На Марсе, офигеть. И вот мне Марс, Луна. Где лучше, где лучше? Давайте, Марс, Луна, Марс, Луна, Марс. Ну давайте побываем на Марсе, это мне кажется круто. Так, режим игры. Творческий, бесконечный. Игрок бессмертен. Ну, блин, я не знаю, что выбрать. Ладно, пофигу. У меня пока никого нету. В общем, друзья, сами понимаете. Вот мне на паузу, что вам долго не ждать, потому что игра долго загружается. В общем, вот такое я увидел сразу после паузы. И твою дивизию я вам скажу. Я не знаю, что тут выбирать на самом деле. Нагрузка мира. Мастерская. Давайте вот. Обалдеть. Присоединиться. Загрузить мир. Новый мир. Так, на Луне. Попробуем тогда. Что-то не получается. Наука никогда не решает проблему, не создавая еще 10 книг. Джордж, хотел сказать Буш. Бэшоу. Видите, вот такая вот фигня. Давайте еще попробую на паузу нажму и присоединиться там к какой-нибудь планете или к чему-нибудь, в общем. Потом я вам решил показать, что тут написано. Юрий Гагарин писал. Я мог бы остаться летать в космосе навсегда. Мне просто даже интересно это стало вам показать. Так, вроде куда-то загрузились. Я... Так, это что? У меня то же самое учение, что ли? Какую фракцию? Твою дивизию, я же здесь был. Подождите. Я здесь был, мед, пиво пил. Ничего я не пойму пока. Приняли меня во фракцию, да? Конечно. Да. Давайте еще сейчас попробую что-нибудь сделать. Аллилуйя, друзья, ну наконец-то свершилось. Я, блин, даже не знаю, сколько я пытался войти. Так, где у меня тут все мои аппараты? Вот, и... Почему я себя серьезно слышу микрофон? Ну-ка давайте посмотрим. Вот он я. У меня зеленоватый какой-то оттенок костюма. Ну ладно. Так. Можно же... А, как мне бесит это. Ну ладно. Смотрите. Так. Это, видимо, на скорости замедляться. Реактивный ранец выключен. А, нет, это... То есть я в невесомости, и я за... Как вам сказать? Завис. Вот он, красавчик. Я, правда, не знаю, что еще делать, но... Благо вот это все загрузилось. И нам надо... Нам надо... Что нам надо сделать? Можно вот так вот, в принципе. Во! Да... Я не знаю, в чем дело, честно. Что мне сюда поставить? Так, сколько там еще? 4 метра, значит, мы не сюда долетели. Или нам надо внутрь попасть? Ну, по крайней мере, это красиво все смотрится. Так, а что такое? Подождите, смотрите.
У меня кислород, что ли, кончается? Гравитация. А, гравитация есть. Слушайте, это же огонь. Здрасте. Так, ладно. Офигеть. Ну, блин. Ради этого даже можно, не ради самого результата, а вот просто ради этого можно в нее играть. Что вот такое мы можем. 300, 250 метров было, нифига. Быстро он летает. Однако... Стоп. Перелетел. А вот. Нет. Не туда я еще. Так. Может нам вот так вот сделать? Я просто не понимаю, что ему сейчас делать надо. Нажмите один. Ну ладно. Вот такой у нас. Ничего я с этим пока не могу сделать. Если кто знает почему, скажите мне. Так. Нет, не улетай далеко. Может вот так как-нибудь. Так. О, G. Ну и что нам делать? Честно, я пока вообще понять не могу. Офигеть. Хоть бы подписано было, что делать, да? Гравитация. Слушайте, а вот это вот что у нас? Ничего. Ну-ка. К, чтобы открыть панель управления гироскопа. Па-бам! Бур. Я знаю, конечно, но... Дверь. Фух. Осталось 5 часов в нее, в общем, играть. Как не прискорбно. Моя тень, смотрите. Опа! Такая... как робот. Ну ладно, мне кажется, такие игры можно вообще про время забыть, когда играешь в нее. Время бежит моментально. Там что-то написано у вас, нет? Молоток, винтовочка есть у меня. Сварочные. Выбросить предмет. Ага. Разбежались, блин. Слушайте, а мы как-то это все. Вот и что? Что мне тут сделать? Где подсказки-то? А вот я сейчас заметил, мы сюда приходим. О! Я научился! Крутиться. Это прикольно. Вот вроде красная перестает. Значит, что-то здесь надо делать. Вот здесь вот кнопки какие-то, по-моему. Па-бам. Кислород. Ну, что дальше?
Так, где у нас цель-то? Я не вижу, сколько метров тут показано. Может сломать тебя нафиг? Так, почему ничего не подписано, когда мы сюда смотрим? Ладно, давайте сделаем так. С другого бочка подойдем. Я тут летать научился. Блин, как же это прикольно. Так. О, вверх. Да, в управлении, конечно, надо немножко потренироваться, но оно того стоит. Оно того стоит. Знать бы еще что делать. 2 метра осталось, 3 метра. О, бля. Твою дивизию. Дырочка какая-то. Опля. Ничего. Ладно. Оп. Кружимся. Вот в космосе оно так все и будет у нас. С вертромашками. Блин, я не могу понять, что делать. Это не так уж легко, как вы думаете. Подождите. Мы же можем сюда зайти. О, давай, давай, заходи. Ну-ка, что-то ему мешает. Какая-то часть туловища. Оп-ля-ля. Давай, полетел. Отлично. Слушайте, офигеть. Это вниз башкой, да? Класс. Так, это панель. Давайте сядем. Что это? Офигеть. Так, это минералы какие-то, наверное, да? А. Я лечу? Точно. Тихо. Давайте посмотрим. Так, вот это убрать, если... Офигеть. Ну тут, по-моему, даже горючее может кончиться, если честно. Так. Реакторы. Косители. Сколько для тебя? 13 метров. Фу, что-то я близко, да, подхожу, по-моему. Мама. Стоп. Ну, наверное, харе, да? Сейчас мы выйдем отсюда. Так, что здесь написано? Так, Ю. Нам, наверное, точно надо отключить реактор. Давайте сейчас посмотрим, это вот так вот выглядит. Бабах. Вот и все. Так, что? Сейчас посмотрим. Здрасте. Малый грузовой контейнер. Я еще толком не могу понять, что это такое. Видимо, сюда грузить. Блин, темно. Дивизию. Где я? Давайте сделаем так вот. Блин. Зря я отключил, походу, вот это все. Ой, зря. Мы же просто ничего не видим. Так, братан, хватит крутиться. Сборщик. Так, это я не хочу. Блин, я не думал, что будет так темно. Слушайте, у меня есть фонарик, нет?
шлем снимем, сразу умрем, наверное. Консоль, скриншоты. Обыскать труп. Офигеть. Вражеские фракции. Слушайте, тут есть все. Только надо изучить. Где эта чертова панель? Я ничего не вижу. А, аллилуйя, включаем. Все заработало. В общем, выходим. Блин, тяжело тут без света, оказывается. Упс. Здрасте. Пойдем добывать. Алло. Не получается зайти, к сожалению. Так, о! Я вообще тут понял. Смотрите, мы бегаем. Отлично. Давайте опять отключимся. Мне просто интересно, для чего. Мы же все равно ресурсы экономим, да? Упля! Стопэ. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Больно? Будет же, нет? Оп-оп-оп. Давай, на ноги. Нифига. Твою медь, тут гравитации ноль. Че я делаю? Гравитации-то ноль, да? О. Значит, будем исследовать. Так. Кстати. Вау. Офигеть, тут тьма. Блин, валим отсюда. Я корабль же могу свой потерять, нет? Вот он, да. А знаете, почему мне сейчас в голову все это дошло? Он же без опознавательных каких-то знаков. Я сейчас даже, чтобы зайти в него, проблемы испытаю. Ну, это интересные проблемы, друзья. Вылечится. Вылечите меня. Нет. Так. Вылечится написано. Ну ладно, мы не болеем. И т.п. в общем. Жизнь у нас в порядке. Так, братан. Ты все еще в невесомости? Да, нам надо... я ничего не вижу. Я нифига не вижу. Нам, походу, надо дверь-то закрыть. О, вот она, панель. Ну что ж ты... Так, давай. Блин, друзья, мне, чтобы до нее дойти, даже проблема. Проблема? Включаем корабль, валим отсюда. Так, значит, да? Так, братан. Давай, гу. Ну! Шу! Вот, просто отключаем двигатель, он... встает на ноги и выпрыгиваем отсюда. Прикольно. Так, но все-таки там что-то у нас неполадки какие-то, видимо. Опа-па-па-па. Хоть бы написано, что надо делать. Слушай, ты куда назад-то попятился? Может мне с другой стороны зайти? Кстати, вот здесь вот тоже панель управления какая-то. Гироскоп.
телескоп. Я даже не знаю, для чего он нужен, на самом деле. Надо посмотреть в Википедии. Слушайте, может, нам внутрь надо просто зайти, и там... Где тут у нас? Люк. Алло, я не вижу тебя. Так. Ну я реально, я тут заблудился еще, если солнце не падает на него, да? То вообще темень. А, во. Так, давайте на ноги встанем, нет? Ба-бам. Вот так вот я. Вот здесь. Ага, хрен-то сам, да? Семь метров остается. Слушайте, а если она... Так, это жизни лечит, да? Зарядить костюм. Ладно. Так, один. Два, три. Пять. О! Что это? Давайте вырубим эту фигню. О! Йо-хо-хо! Круто! Давайте ее сохраним. Хрен его знает, что будет. Ёпля! Давай, включай. Теперь будем пилить. В самом деле, а? Где? Слушайте, а где цель-то наша? Не понял. А! Мы же все это убрали, да? Вот это вот. О! Смотрите! Стальная пластина, строительный компонент. Что мне с тобой сделать? Чтобы демонтировать. Вот так, значит, да? Бабам. Так, давай уже. О! 63%, видели, да? Походу я тут накосячил, нет? Жизнь, смотрите, уходит. Па-бам. Нафига я это делаю? Теперь 4. Так, это, надеюсь, жизни это наоборот, нет? Да. Смотрите, что мы делаем. Привариваем. Я не знаю, что там надо было сделать. Пам. Но мы дальше идем. Слушайте. Зеленая, да, должна быть у нас. Маяк это у нас. Я теперь понял, друзья, для чего это. А, это маяк нашего корабля. Ха-ха-ха. Да ведь? Почему он не зеленый уже? Маяк нашего корабля. Так, что нам еще надо сделать? А что это такое? Это молоток, что ли, отбойный? Точно.
Охренеть. Сломаем? Нет. Это номер 5, да? Ой. Номер 6. Номер 7 у нас оружие. О, круто. Вот это я называю интересная вещь. Что написано? Ctrl-Shift. Так, давайте изучим это. Для вращения блока. PG down, delete, insert. Что это такое? Подожди. Ну вот так бывает. При том, что это вот в этой игре только. Не, ну конечно, не считай там пиратские какие-нибудь. Так, что ты делаешь там? Привариваем, что ли? Держать, чтобы увеличить. Чтобы увеличить что-то. Дальше я не вижу. Ладно. Ctrl-Shift. Ctrl-Shift. К хренам это все. Давайте тогда пойдем на эту планету. Планету. Астероид. Так, вот на этот, наверное, получше. Или поменьше выберем. Там газы, что ли, какие-то, или что это? А, нет. Так, и что здесь? Теперь нам надо... типа пилы. Окей. Сейчас... я не знаю, что я делаю на самом деле. Но посмотрим, что из этого выйдет. Кинь, может, ценные породы. Да. Не факт. Блин, такой маленький корабль по сравнению, знаете. Ой. ударился. Так, к здоровью 30. Полетели. К здоровью прибавки. Тихо. Мама. А, да, сейчас все. Вовремя остановиться еще надо. А, найти вход. Кружимся, вертимся. Так, вход не здесь. Вход не здесь. Блин. Как же это иногда. Не знаю, что делать. Где-то тут была моя конорка. Но я не знаю. Я просто не вижу, куда подобраться. Construction chip. Ну что? Слушайте, я же могу это встать. У меня гравитация там. Па-бам! Вот так вот. Вот так вот, детка. Вот так я научился. Улетел. Где он? Так, где ты? Давайте вот так вот его облетим.
Блин, на самом деле я не вижу, куда нам податься, чтоб... Вот она, офигеть. Все, буду знать, что... твою дивизию. Что она не на солнечной стороне далеко. Давай, 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 заходи. Так, здесь. Опля. Ну, наконец-то. Лечение мне не помешает, друзья. Энергия. Ой, про энергию-то я вообще забыл. Все. Что делать дальше? Это что такое? Модель игрока. Понял? Так, мы можем выбрать вообще-то цвет белый. Он будет более выделяться, да? Так, это что такое? О! Не-не-не. Понял. Тогда мы сделаем другое. Нет, молоток мне не нужен. Вот это вот. А то я ее чуть сам не демонтировал. Ну, понемножку я разбираюсь. Давайте опять сядем в нее. Так, я не понял. А, солнце же. Ну, чё так темно? Для чего вот эти нам указаны, скажите мне. Включить реакторы. Ну, давайте еще раз отключим. Панель управления корабля. Вот они. Включены. Давайте его сейчас ради интереса выключим. Нет, это мне не интересно. Где тут руда, панель управления? Твою дивизию. Я панель управления руды потерял. Хм. Ладно. Офигеть. Так, это наш инвентарь, да? Трубы. В общем, на будущее, да? Может, я чего-то не понимаю? Давайте тогда, раз такая фигня, выберем поинтереснее цель. Сколько я смогу я долететь, нет? Кстати, так кажется, тихо летит. Просто интересно вот. Так, теперь отключим. Нет, не будем отключать. Я просто думал, камеру можно будет вертеть. Так, уже поближе, кстати. Это уже интересней. Скорость. Скорость, 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 скорость. Там же другие звезды. Ну, не звезды, конечно, это. О, я смотрю на энергию и понимаю, что она... Ух ты! Уменьшается твою дивизию. Сейчас врежемся. Врежемся! Врежемся, врежемся, врежемся! Уп! А, классно все это сделал. Ха-ха, вот так вот, друзья. Ну ладно, раз она у меня вылетает, тогда на сегодня мы закончим. Было, конечно, интересно.
Я не знаю, в чем дело. Давайте я еще попробую все-таки. Да, она у меня вылетела. В общем, всем, кому понравилась эта игра, пальцы вверх, комментируйте. А там уже посмотрим дальше, играть в нее, не играть. В общем, с вами был Михаил. Всем пока, друзья.